Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 22 мая. День Николая Чудотворца. Не поступайте сегодня так, иначе весь год будете в бедности. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что важно сделать сегодня и почему этот день очень важный. День Николая Чудотворца. Это идет самый теплый и волшебный день, поскольку Николай Чудотворец в народе считается заступником и покровителем. Его просили о помощи от избавления от бед, неприятностей и говорили, что Никола наступает, благополучный период в жизни наступает каждого человека. Обязательно в этот день нужно следовать определенным приметам. В этот день нужно молиться о здоровье, от избавления от бед, а еще загадывать желание обязательно, и оно обязательно исполняется. В этот день происходят настоящие чудеса. Многим он оказывает помощь, больным, бедным, исцеляет и сохраняет мир семье. Помогает преодолеть трудности и удачно выйти замуж. В этот день очень важно оказать посильную помощь. Считается, что если вы откажете помощи в этот день, то весь год вы будете жить в бедности. Категорично запрещено ругаться в этот день, иначе вы привлечете одни неприятности. Вы можете просто потерять свою удачу. Убирайте грусть и негатив в этот день. И старайтесь не ругаться с родными, иначе притянете несчастье в свой дом. Но вы можете попросить, чтобы исполнилось ваше заветное желание. И все достаточно просто. Вам нужно в течение всего дня просто обязательно зажгите свечку, любая, какая есть в вашем доме. И смотря на огонь, скажите такие слова. «Прошу, Николай, мое желание исполняй. Истина». Проговорить нужно 3 раза. Все. Оставьте свечку, пусть она у вас полностью прогорит до конца. И вы увидите, что этот день обязательно вам принесет все задуманное.